Добрый день, я Сергей. И сегодня я хотел познакомить вас с небольшим, но весьма полезным девайсом, который повышает комфорт использования магнитных броненакладок итальянского производителя DSEC. Магнитные броненакладки стали весьма популярны в последнее время, и в этом нет ничего удивительного, ведь такая накладка защищает цилиндр от любого вида воздействия. От отмычек, от ручного и электроинструмента, от заливания в цилиндр клея. В комплекте с магнитной броненакладкой идут магнитные ключи, с помощью которых открывается или закрывается шторка накладки. Стандартно предполагается, что магнитный ключ находится на одной связке с остальными ключами. Но компания DSEC предложила решение из разряда 2 в 1. А именно, объединение магнитного ключа от протектора с механическим ключом от цилиндра замка. Для этого была разработана специальная головка ключа, в которую вставляется лезвие ключа и к которой с помощью подвижного шарнира присоединяется магнитный ключ. Вся конструкция по размерам и габаритам похожа на автомобильный ключ и по сути не требует дополнительных брелков или колец. Также головка ключа дополнительно защищает магнитный ключ от налипания посторонних металлических предметов. На данный момент головка ключа адаптирована под ключи швейцарской компании Kesso. Поэтому, если вы выбираете в свою дверь замочный цилиндр Kesso, советую обратить внимание на магнитный протектор DSEC, который защитит этот цилиндр. И взять в дополнение к комплекту головку для ключей, которая объединит два ключа в один. Надеюсь, данный ролик был вам полезен. Не забудьте подписаться на наш канал и посмотреть новые наши ролики. Всего доброго, до свидания.